Всех приветствуем! В сегодняшнем видео поговорим о том, что делать, если ваша эхеверия вытянулась, потеряла форму и стала больше похожа на елку, чем на компактный суккулент. Подобные изменения чаще всего происходят именно из-за недостатка света. Растение тянется в сторону солнечных лучей, и таким образом его стволик удлиняется, и он совершенно уже становится не таким компактным, как когда-то вы его купили в магазине. Здесь необходимо понимать, что растение не сможет вернуться впоследствии к своей компактной форме. Даже если вы поставите его на солнечный свет, там будет достаточно освещения, то форма эта уже не изменится. Таким образом, необходимо предпринимать какие-то другие меры. Чаще всего в таких случаях рекомендуют обрезать верхушку. На этой макушке нам необходимо снять и удалить нижние листья, для того чтобы немного оголить стволик, и со временем он сможет пустить корни и укорениться. Для этого берут или леску, или нож очень острый, или ножницы и аккуратно срезают верх, макушку растения. При этом обязательно не забудьте обработать срез, так как туда может попасть любая инфекция, он должен подсохнуть, и поэтому вы берете или толченый активированный уголь, или можно взять обычную корицу и засыпать этот срез. Эту макушку эхеверии вы можете сразу посадить в почву, но перед этим ее обязательно несколько дней необходимо подсушить, чтобы она полежала в светлом сухом месте, срез этот затянулся, и только потом ее садить в почву. Или же можно поступить другим путем, положить эту макушечку на светлое, теплое место, но не на прямые солнечные лучи, чтобы она не подгорела, и дождаться, пока на этом стволике появятся новые молодые корешки, и только затем уже сажать ее в почву. Чаще всего я использую именно второй способ. Но хочу обратить здесь ваше внимание, что пройдет какое-то определенное время, пока растение начнет давать корни. Также его листья могут стать мягкими, немного сморщиться, какие-то из них могут засохнуть. Это абсолютно нормальный процесс, и здесь необходимо это понимать и не пугаться. На тему размножения суккулентов у меня есть отдельное видео, если вам интересно, заходите в плейлист «Уход за комнатными растениями». Что касается нижней части эхеверии, то ее можно оставить, и со временем она также пустит деток. То есть таким образом это и процесс размножения, и омоложения растения, или когда оно потеряло форму, вы отрезаете макушку, таким образом получается у вас несколько молодых растений. Поэтому, если ваша эхеверия вытянулась, потеряла форму, то это также не беда, и здесь есть решение, можно отрезать макушку, и таким образом вы сможете исправить эту ситуацию, а также получить не одно, а несколько растений. Если у вас появились какие-то вопросы или дополнения, пишите их в комментариях. Также вы можете присоединяться к нашей группе в Facebook, там очень много интересной и полезной информации про уход за комнатными растениями. Ссылка будет в описании под видео. На этом я благодарю вас за внимание и подписку, желаю вам всего наилучшего и до новых встреч!